Thank you.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, отныне и во веки. Аминь. Я хотел бы прочитать одну главу из книги пророка Исаии. Мне очень нравится эта глава. И здесь записаны такие слова: в ободрение, в назидание, в поддержку каждого верующего, в желании поклониться Господу. Мы же пришли в Дом Божий для совместного поклонения. И поэтому пусть Слово Божие, пусть Дух Святой направит нас в поклонение. Аминь. Аминь. И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: славлю тебя, Боже. Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Мы только что пели на румынском языке: «Кяма нумели домной». Призывайте имя Господне, славьте Его, поклонитесь в благолепии, поклонитесь от всего сердца, потому что велики дела Господа нашего. На протяжении недели мы испытали и трудности, и радости, и переживания, и, может быть, гневали Господа, может быть, Господь гневался на нас, но Он изменил гнев на милость. И Он нам дает эту возможность, чтобы в полном здравии, чтобы вместе прийти и поклониться Ему. Аминь. Попросим Божьего присутствия, призовем имя нашего Господа, чтобы Он благословил нас, чтобы мы могли почерпать из источников жизни необходимое слово для нашей духовной жизни. Помолимся Господу. Господь наш и Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, в это воскресное утро, в день поклонения, Ты привел нас в дом Твой. Желание наше сердце находиться в общении друг с другом и совместно поклониться пред Твоим величием. Мы осознаем, Господи, что гнев Твой пребывает над каждым из нас, но Ты, Господи, меняешь гнев на милость, и по милости Твоей мы имеем эту прекрасную возможность видеть друг друга. И просим, открой наши духовные очи, чтобы мы видели и Тебя, Бога нашего, Спасителя нашего, чтобы наше общение было в радость нам и во славу имени Твоего. Благослови народ Твой, благослови каждого в отдельности, благослови тех, кто проходит путем испытаний, трудностей, переживаний, гонений, страданий, а также, Господи, те, которые имеют свободу, как мы находимся в этом прекрасном состоянии, когда мы имеем только одного врага, врага душ человеческих, дьявола, и он часто побеждает наши желания, наши стремления. И поэтому сегодня я прошу, Господи, дай нам победу над всей силой зла, чтобы мы могли пользоваться духовной свободой и физической для прославления имени Твоего. Работай Ты, Господь, Духом Твоим Святым в нашем собрании, в наших сердцах, дабы, Господи, искреннее наше поклонение было угодно Тебе. Пусть через нас и в нас будет возвеличено и прославлено Твое святое имя отныне и во веки. Аминь. Аминь. Поклонимся Господу в песнопении нашем.
радикальное явление, современное тоже. Вот я на днях наткнулся на такую интересную статью, которая говорит о том, что в Израиле появилась некоторая группа раввинов, которые начали движение к тому, чтобы признать Христа. То есть как бы они пришли все-таки после 2000 лет, они пришли к тому, что все-таки Христос, он его не отменял, он его не нарушал. То есть и по всем исследованиям Писания все-таки показывают, что Христос — это тот Мессия, которого они ждали. Их пока что еще немного, но такое движение уже началось. Там говорят, что в районе где-то уже 20-30 известных израильских раввинов начали как бы такую деятельность, они собрались вместе как бы. И, знаете, напоминает мне одно пророчество, которое когда-то сказал Христос. «Дом сей будет пуст, пока вы не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне, Барух Аба Бешем Адонай, пока Израиль не признает Христа полностью». И слава Богу, действительно, Господь чудным образом работает, и мы видим это пробуждение уже и среди тех, кто называет себя детьми Авраама по плоти, среди евреев. Действительно, мы стали, Писание говорит, дикая маслина, которую привили к этой ветви, и действительно, благодать Божия явилась нам чуть-чуть раньше. И слава Господу за действительно за его великую милость, будем его славить, действительно, это то, что мы будем петь: «Барух Аба Бешем Адонай, благословен грядущий во имя Господне, благословен Иисус Христос, который грядет за своим народом». Будем славить его. Thank you.
верующим в нам. Благословен Иисус Христос, который придет вскоре. Церковь ожидает действительно жертву Христову, которая примирила гнев Божий, которую утешила на весь тот гнев, который человечество долгое время собирало на себя, не зная ни закона, и даже когда они знали его, противились Богу. Дело непотребно, Писание говорит, и все согрешили, лишены славы Божией. Мы знаем, что Писание говорит, что плата, которую надо было бы принести, это смерть того, кто согрешал. Какое обетование, ободрение мы находим в Слове Божьем, который говорит, что Он был изъявлен за грехи наши, Он был мучим за беззаконие наши, и ранами Его мы исцелились. Действительно, на кресте есть надежда каждому человеку. Thank you.
Аминь.